На конкурс дети читают стихи. Лысенко Татьяна, 14 лет. Николай Корнеев, ночь на 9 мая. Не выпуская трубку из рук, телефон не может замолчать. Я еле успеваю на звонки однополчан погибших отвечать. Ну как ты там? В тылах или в бою? Давно бывал за домом, за Десной. По голосам друзей я узнаю, и лица их встают передо мной. Так значит, пишешь? Почитай, связной. Не скажешь им, что мне не вмоготу быть их связным. И стих недавний свой я им читаю, правильно ли ту. Ну что ж, пиши, а к празднику готов. Знай, если б можно, мы из-под земли на улице любимых городов пришли, приковыляли, приползли. С полуночи, который час подряд, в предгорье Дня Победы наяву, однополчане мертвые звонят в тот новый дом, в котором я живу.